Всем огромный-огромный привет! Я вам показала свои вязаные вещи, которые я сама себе связала, сама ношу. Показала вещи в интерьере, которые я вязала для дома. И вы сказали, показывай еще и детские. Сразу скажу, что я не все детские вещи собрала. Естественно, из каких-то они выросли. Но я, как и в прошлом видео с одеждой, после вот самого видео вставлю ряд фотографий, на которых мои дети в одежде, связанной мной. Первое, что покажу, это вот такая куртка, кофта, я ее называю Color Block для Сони. Я ее вязала к 1 сентября, то есть это самая новая вещь, можно сказать, с карманами. Я сама люблю карманы, замок мама вшила. Здесь хлопок и акрил в составе. И, кстати, к этой куртке потом... Вот так, это свежие гетры. Гетры вставлю фотку, потому что они у нас убраны пока. Кстати, можно уже и доставать. Нравится ей. Причем на фотках, которые дома у меня, когда я ей связала еще летом, ну, как-то великовато ей эта кофточка, курточка. А потом, уже когда она ее носила, то подросла и более-менее. Также для Сони вязала вот такую вот куртку с шапкой овчарка. На фотках покажу. Вот здесь вот, кстати, я вставлю фотку, когда я только связала, и стала ей немножко великовато она была. Я вяжу всегда на вырост, но жалко столько труда на один сезон, хотя бы 3-4 сезона, чтобы поносили. С капюшоном, цвет шерсти овчарки, это Ализе Софти, полностью полиамид, наверное, 100%. Стираю в машинке, ничего не делается, даже... Пуговки подобрала такие пятнистые, я не знаю, будет ли вам видно или не будет. Вот. И шапка, собственно, с мордой овчарки тоже имеется. Также для Сони. Ну, больше всего будет вещей для Сони, потому что она старше. Я вязала, я вам показывала вот такой коричневый свитер свой, с такими шишечками спереди и сзади полоски, которые треугольником, да, уменьшаются. Вот, с отворотом, чтобы горлышко было закрыто, тоже Сонечке вязала. У Сони, конечно, пряжа получше, у меня 100% шерсть колючая, у нее мягкая, подороже, не помню какая, картопу, наверное. Вот, и к этому свитеру я и связала повязку на голову, фотку вставлю. Но повязка очень теплая, она больше на зиму. Вот, свитер тоже теплый. Также одна из последних моих работ Сони, это вот такая кофта «Ананас». Она занимается в студии «Ананас». Вот, кстати, еще ставлю фотки. Первое, что я связала ананас своей, это на волосы, на шишку, сеточку в виде ананаса. Причем я связала два. Сначала один связала желтый, мне показался неправдоподобный, а второй уже вот такой вот смиксовала я два хлопка, чтобы... Было все правдоподобно. Вот эта черная пряжа продавалась в фикс-прайсе. Злата, не стучи. Снимаю выходной, дети все дома, хочется им сюда. В фикс-прайсе за 100 рублей с люрексом акрил. Конечно, можно было бы и нужно было бы взять покачественнее, получше пряжу, но... уж как... Я вообще думала, что ей на раз, но она носит эту кофту на все репетиции. Такой ананас у нас на спине. Здесь как эмблема с левой стороны и с правой. Надпись «Ананас» на английском, потому что их коллектив именно на английском языке пишется везде. Носит на тренировки и на все конкурсы она ездит в ней. Также вязала Сони, теперь будет Злата носить. Это вот такое платьишко из 100% хлопка. Причем хлопок, он как-то в молочный чуть-чуть уходит, но у нас не было такой ткани. И мы пришили белый атлас с мамой внизу и... Получилось такое платье 50 на 50. 50% связано, 50% тканевое. Вот. Златочка, думаю, будет носить. Шапка. Соня любит красный цвет. И вот эту шапку она носила уже этой осенью. Также Соня, ну понятно, да, красный цвет. Наверное, года два назад я вязала вот такую шапку, она два года носила. А в этом году, причем ее заказ, чтобы был Микки Маус тут. Помпончик я получала в подарок. Это тоже Ализе Софти. Классная пряжа, неубиваемая. К этой шапке я вязала, естественно, ей шарф. Видите, они все ажурные, но они очень теплые. Их завязываешь и прям
Очень хорошо, деткам. Ой, у меня свалилось. Так, что касается еще шапок, я вам показывала жилетку себе вот такую вязала. А из остатков связала сегодня вот такую шапку, она называет ее тыковка. Она эластичная очень тоже, но теплую весну, вот нормально, она носилась. Я кручусь, Так, вот эту шапку, никто не верит, что я вязала. Волосы, на всех шапках волосы, девчонки все с длинными волосами. Это зайка. Мы уши и так носим, в общем, как хочется. И никто не верит, что она связана из, в общем, крючком. Она вот плотная, видите, даже вы моей руки не видите. Мне кажется, я в две нити вязала, если не ошибаюсь, из пряжи кроха. И она очень теплая. Зимой носила Соня. Этой зимой уже доросла до нее Злата, носит, носила вернее. И думаю, на следующий год еще будет как раз. И шарф вот с такими, ну, типа это заячьи лапки. В общем, к этой шапке вот такой комплектик у меня связался. А вот эта шапка, это самый первый заказ Соне. Ей было 2,5 года. Да, 2,5 года она пошла в садик в сентябре. И Злата. И, в общем, она заказала мне шапку Микки Маус. Мини Маус, именно девочка с бантиком. И вот тогда я практически первый раз из Элизе Софти связала. Мне понравилось, как это. Единственное, ушки не очень плотные, потому что в одну нитку. Вот. Ставлю фотку и Соню, и Злату, кого найду. Манишка Сонина из Alize Diva Stretch. Она тянется. Соня у меня очень любит манишки. Носит их с удовольствием. У нее несколько штук. Также Соня вязала вот такой сарафан. К нему есть еще панамка, но это вы увидите на фотках. Под него специально покупала желтую маечку. Такой он летний-летний. Весь хлопок, что был дома, собрала и вот вязала. Вязала Соня, сейчас носит Злата с удовольствием. Мне кажется, Соня так эту жилетку не любила, как Злата. Злата очень любит. В садик носим. Пряжа мне это не понравилась. Это плюшевая пряжа. Ой, производитель, не помню. Она так называется, плюшевая. Она очень жесткая, но вот хорошо, что ее связала ажурненько. Ну, Злата вот всю зиму в садик проходила. Ой, я вам наизнанку ее показываю, думаю, что такое. Вот. И еще почему удобно ребенку, хоп, вот эти вот пуговки, бочонки, дети сами могут спокойно застегнуть, расстегнуть. Удобно. То, что я вязала прямо для Златы специально, потому что, ну, все, она донашивает за Соней. В этом году перед садиком я связала такую туничку, она немножко мятая, но она лежала в гардеробной. Купила на распродаже такую секционную пряжу, я люблю. Связала ей туничку прям вот в ноль, чтобы связать пряжу. Сзади тут у нас пуговки, чтобы голова пролезла. И к этой туничке панамку. Вот, я люблю, когда комплектики. Панамочка вот такая вот. Тут еще бусинки я пришивала, чтобы красиво было. Надо ее отпарить, отгладить. Скоро уже не успеем оглянуться, будет лето. И будем носить. А вот этот, вот с этого белого кардигана началось мое знакомство с пряжей Alize Softi. Мне, когда я родила Соню, однокурсница подарила упаковку вот белой пряжи из упаковки. Я связала ей кардиган. Знаете, какой он белый. Его носила Соня. Попали мы на площадь, когда был праздник красок, когда вот эти вот сухие краски кидают. И она упала на асфальт, и прямо вот здесь у нее все было в разноцветных красках. И отстиралась. И тогда я поняла, что это идеальная пряжа для детей. Стирать можно даже в стиральной машинке. Вязала вот так вот рукавчик, он немножко вытянулся, потому что загибали сначала, потом носили. Вот сейчас уже Злате, он тоже прям впритык-впритык. Наверное, уже этой весной не наденем. Также, я когда была маленькая, у меня были вот такие штаны с грудкой. Я их очень любила, они у меня были драповые. А Соне я связала вот сами штаны в две нитки, а грудку в одну нитку, 100% хлопок. Вовнутрь ставила резинку. И сейчас их уже Злата носит. Но вот
Осенью она в садик ходила в них, сейчас весной померили. Но мне кажется, еще должны быть, как раз она так не выросла намного. Ну, нравятся они мне. Так, у меня осталась коробочка. Я прям с гардеробной забрала. Я все вещи, которые малы моим деткам, называем мы это, сдаю в архив. Я запаковываю так в коробке, подписываю детские вещи, только большие коробки. И на чердак к маме, потому что семья большая, постоянно рождаются детки, мы это все по наследству передаем. Ну, естественно, хорошие вещи. А вот эту коробочку я оставила себе, потому что здесь особо ценные. Это вот такая шапка-гномик. Во-первых, она из строя вышла. Вот здесь вот что-то ржавое попало, ржавые пятна остались. Но я ее люблю. Злате, ой, Соне было месяца 3, я ей вязала. И вот она в колясочке, меня вот так вот каталась. Ставлю фотку. Нравится мне. Злата, может, один раз надела, может, нет, не помню. Потом на выписку Злате, конкретно Злате, я вам показывала, у нее вот из такой же розовой пряжи есть плед. Мы ее кровать поэтому. И я ей на выписку вязала комбинезон. Но Злате у меня родилась малясечка. Она даже 3 килограмм не весила. 2,640, что ли, 670 родилась. В общем, 2,5 килограмма. И ей вот так вот загнули рукава, в общем, все на свете, ножки загнули. Когда одевала ее в роддоме, как их называют, медсестра, она говорит: ох, мама связала. Но я не знала, но мы долго носили, я покажу фотки, очень долго носили этот комбинезон на улицу. У него капюшон из другой пряжи и носочки. Вот такие вот носочки. Я уже не помню, что у них такие были ножки. Маленькие. Я храню это на память. В общем, это был комплект. И, конечно, к комбинезону был чепчик. Вот такой вот чепчик. Тоже он тепленький, розовенький, прям девчачий-девчачий. И что у меня еще хранится в этой коробочке? Это платье крестильное. Оно немножко пожелтело, потому что уже лежит 8 лет. К нему такие же были пинеточки с ленточками. Они где-то у меня хранятся, наверное, вместе с этими сбирками с роддома. Вот такая была. Но Соня тоже у меня родилась 3.30, поэтому, когда ее крестили, она была, ну, 3, там, ну, я не знаю, в 3 месяца сколько она была. Мы всегда набирали немного веса, может, 4 килограмма. В общем, вот это платьишко ей было в самый раз. Я его храню. Это одни из первых вещей. Ну вот, в принципе, и все. Конечно, фоток будет больше. Сейчас в конце видео вставлю ленту из фоток, чтобы вы могли увидеть, как это все смотрится на детях. В планах связать еще много-много всего. Плюс дети сами заказывают. Для меня это удовольствие, деткам радость. Вот. Огромное вам спасибо за внимание. Всем пока-пока. Смотрите фотки.